Брат, давай. Рассказать тебе хорошую новость, а? Император забрал свой знак у этого мелкого негодника. Он лишился короны, как петух своего гребешка. Брат, ты вернул ему обратно сирот Динани, не так ли? Брат, тебе следует поблагодарить меня за это. Император относится к тебе с подозрением. В противном случае этот паршивец не пришел бы прямо сюда. Я правда не могу. Брат, как ты смеешь наносить мне удар в спину? Ты предатель. Подойдите, мне нужна вода. Если кто-нибудь из нас умрет, вам это с рук не сойдет. Мне нужна вода. Вот, попей воды. Где они? Мне нужно их забрать. Нет. Они мой амулет, понимаешь? Но, брат, я должен сказать, ты скрывал от меня сирот Динани, и ты сейчас создаешь столько проблем. Я думаю, тебе следует сказать мне правду. Некоторые семьи из Динани пожертвовали книги, изданные во времена династии Сун. Я нашел пару поддельных книг. Я думаю, тебе стоит это расследовать. Насколько я знаю, семьи в районе Динани очень скупы. Они нашли несколько торговцев древностями для того, чтобы попасть в Юнле Дадянь. Ксилография в древнем стиле. Бумага старая. Пыль разъедает глаза. Так нелепо. Государь, как вы это узнали? Я прав? Я беспокоюсь, что вы слишком много думаете. Юнле Дадянь звучит великолепно. Это не приведет к войне. Речь идет о кровавых узах, и тогда это станет таким скучным. Мне не нравятся влиятельные семьи на юге. Они не по душе мне. Во время событий в Динани они не одолжили нам денег, поэтому нам следует их проучить. Императорский внук! Император занят! Вы не можете войти! Прочь с дороги! Вы не можете войти! Вы слышали? Ваше Высочество! Твой лучший ученик. Он ваш внук. Он такой жестокий. Просто зайди. Дедушка, вы можете побить или отругать меня, но не поступайте так со мной. Следи за своими словами. Как грубо. Я знаю. Дедушка думает, что я непостоянный. Но, дедушка, я считаю, что вы более непостоянны в стремлении найти Дзянвэня. Отец мне все рассказал, что во время событий в Динане вы использовали оружие, изготовленное в свинарнике. И затем я понял.
Вы хотите сказать мне, что много шума не приведет к победе, а разыгранный спектакль имеет некий скрытый смысл? Мне не нужно ничего давать. Я сам это заработаю. Я так рад это слышать. Ты должен хорошо поучиться у своего отца. Поучиться у него? Конечно. Не говори им, что я дал тебе это. Просто скажи им, что ты их выиграл. Какой умный. Хорошо. Скажи ему отдать свою долю твоему второму дяде. Ему нужна поддержка. Мой дядя властный. Только вы его поддерживаете. Ребячество. Мне надо тебя кое-чему научить. Мы вносим наши долги. Думаешь, все будут бездельничать? Они служат чиновниками уже столько лет и незаконно получили столько денег. Им следует пожертвовать больше. Мой второй сын такой напористый. Тебе следует вернуться. Ты не можешь сюда просто так входить. Это грубо. Правило есть правило. Если что-нибудь случится, я не смогу тебя защитить. Слушаюсь. Госпожа Сунь выздоравливает в соседней комнате. Ей нужен свежий воздух. Тебе следует вместе с ней прогуляться. Отдохни. Что случилось? Ничего. Мы уже так давно знакомы, но я никогда не видела вас таким. Мой дед забрал у меня императорский знак. Без оставшегося у меня влияния они даже не позволили бы к тебе приблизиться. Для моего дедушки ты сейчас в центре внимания, а я всего лишь бесполезный императорский внук. Но вы говорите, что я преступница. Куда ты отправишься после выздоровления, а? Вы правда планируете отослать меня? Эй! Господин Хуан, где мой отец? Где они? Не волнуйся. Их арестовали. Но я не знаю, кто это сделал. Но для тебя я это выясню. Так ты попала, куда хотела? Если хочешь работать на императора, у тебя будет захватывающая жизнь. Если бы у меня был знак, я бы ничего не боялся. Мои действия были бы разумными, но без него я всего лишь неудачник без титула. Дедушка стрелял передо мной из лука, повернувшись ко мне спиной, всего в 10 джанах от меня, но я так и не смог к нему подойти. Это все моя вина. С таким нетерпением хотел завоевать его уважение. Мой отец — наследный принц, но он такой робкий. Мой дедушка уже стар, он ни с кем не делится своими мыслями. Если мои дяди одержат победу, моя жизнь будет в опасности. Раньше я был занят целыми днями. Это словно ходьба по проволоке. Я не должен был тебя вовлекать. Но это вы сделали. В нашей семье грядут большие перемены. Уезжай, как только сможешь. Я не хочу тебя в это вовлекать. Кроме того, ты будешь отвлекать меня, если останешься. Это будет слишком неспокойно.
На 20 шагов дальше. Хорошо. Отец, так хорошо? Хорошо. Отлично. Отец, стрелять по мишеням скучно. Вокруг столько птиц. Старый монах запрещает это. Отлично. Он говорит, это нарушает закон природы. Если я выстрелю в птиц, то должен буду уйти отсюда. Наставник такой доброжелательный. Блестяще. Не попал в цель. Отец, присаживайтесь. К разговору о том, чтобы покинуть это место. Мне есть что сказать. Вы не можете жить здесь вечно. Вы — наша опора. Ты устал от работы? Нет. Вы же не устали? Это другое. Я делаю только то, с чем знаком. Я не умею нести эту чушь перед местными чиновниками. Но у наследного принца хватает на это терпения. Ты мне всегда говоришь, что ты лучше, чем он. Ты тоже можешь попытаться. Отец, нет! Я не говорил подобного. Это совершенно невозможно. Вы же знаете мой характер. Ты жаждешь победы. Это неплохо. Если я проживу еще лет 20, то научу тебя управлять государством. После того, как подавлю сопротивление врага у перевала Шаньхай-Гуань. В прошлый раз вы преподали мне хороший урок, поэтому я выразил наследному принцу уважение. Надеюсь, остальные не думают, что я хотел занять трон. Я могу рисковать жизнью на поле боя. Кроме этого, я ничего не умею. Разозлился? Нет. Конечно, нет. Я пытался это выяснить. Но до сих пор не имею понятия. Я даже не знаю, живы ли они. Вы всегда говорили, что вы всемогущи. Тогда у меня был императорский знак. Сейчас все министры знают, что мой второй дядя регент. Так что сейчас мне уже никто не льстит. Мне стало так сложно о чем-либо узнать. Вино в кувшине не превратилось в реку. Не говоря уже о проведении церемонии для невинно погибших. Поэтому я обещаю тебе, я приложу все усилия, чтобы восстановить справедливость для участников событий в Дзинане. Но ты тоже пообещай мне. Ты должна жить хорошо. Ради продолжения династии Мин, ради себя самой. Там, где есть жизнь, будет и надежда. Вам следует найти их раньше. Чем вы найдете Дзяньвэня? Что-нибудь еще? Тогда можешь уходить. Отец! Наследный принц пожертвовал 10 тысяч лян. Для него не было необходимым жертвовать деньги. Никто не хочет покупать его чертову мебель. Он не получил бы 10 тысяч лян только за сочинение двух стишей. Я просто немного обеспокоен. Обеспокоен? Я боюсь, он воспользовался министерскими деньгами. Это может разрушить нашу репутацию. А откуда у него эти деньги? Ты не спрашивал его? Ученый Се часто его навещает. Благодаря вашей милости, он считает себя приверженцем наследного принца. Поэтому я не могу ничего сказать.
Наследный принц знает, что мы не можем наладить контакт с министрами. Он все еще близок с ними. Отец, если это возможно, вам следует ему напомнить. У него благородный статус. Ему не нужно связываться с ними. А твой младший брат? Младший брат? Я правда его не понимаю. Он до сих пор не смог найти убийц. Каждый день он такой загадочный. Я не знаю, чем он изо дня в день занимается. Возможно, он ничего не делает. Проучи его от моего имени. Иногда мои способности действительно затмевают мою надежду. Я не могу заняться всеми личным. Вы крепки, как тигр. Со дня на день мы собираемся отправить поздравления супруге Пяо. Иди. Надоело тебя видеть. Уходи. Внук императора. Принц Джао их арестовал. Сестра, ты здесь? Доктор хочет проверить, как ты себя чувствуешь. Сестра! 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 Охрана! Есть здесь кто-нибудь живой? Ваше Высочество, где она? Она пошла на прогулку. Она не разрешила нам пойти с ней. Идите и найдите ее. Слушаемся. Что случилось? Сестра, где ты была? Я ничего не делаю, только ем и сплю весь день. Прямо как свинья. Поэтому мне нужен свежий воздух. Куда ты хочешь пойти? Доктор пришел, чтобы проверить. В другой день. Я устала. Тогда я приду завтра. Вы устали. Вам нужно больше отдыхать. Почему? Каждый раз, когда я вас вижу, вы похожи на птицу. Хождение по проволоке способствует прозрению. У вас есть наставник? В 6-м поколении. Мой учитель научил меня ходить по проволоке еще в детстве. Я могу научить тебя, если хочешь. Я не осмелюсь. Я могу пройтись над вершинами утесов, не пошевельнув и волосом. Я могу спустить в долину на 1000 джан. Не верь его глупостям. Это храм. Поклоняйся Будде. Мне не надо. Он обещал с тобой прогуляться, верно? Так быстро вернулись? Он сказал, что у него срочные дела. Какие еще срочные дела? Он сказал, что хочет избавить вас от беспокойства. Поэтому это срочно. Пойдем со мной. Куда вы ходили? Гаре Мэй. Тебе там понравилось? Он сказал, что выдернет острый шип ради династии. Таким образом, вам может стать спокойнее. Бесполезно. Мне не нравится жить во дворце. Я слышал там плач в течение многих лет. Он надеется, что вы почувствуете облегчение.
как? Я же сказал, не надо поклонов. Вы сказали, что можете дать мне любую награду. Я и все 30 тысяч человек хотим быть вписанными в Юнле Дадянь. Мы хотим разрешить все недовольства и очистить свое имя, так, чтобы страна стала мирной и стабильной. Ты можешь сказать госпоже Ху о том, что хочешь съесть. Знаешь ли ты, как много людей ждут от тебя хороших новостей? Император уже стар. Если ты сможешь родить принца или принцессу, это будет великолепно. После того, как ты забеременеешь, ты переедешь во дворец с передним и задними дворами, и у тебя будут лучшие служанки и евнухи. Поднимайся. Поднимайся. Я никогда не даю обещаний. Барышня, если ты сможешь привести ко мне Дзян Вэня, мы будем в расчете. Все 30 тысяч человек, если захотят, смогут вернуться в столицу. Клянусь Богу. Поклянусь в этом Богу. Ты поняла? Это бесполезно, даже если я это поняла. Вам надо сказать это своему внуку. Скажи ему, чтобы он пришел. Он говорит, что не может прийти сюда без вашего знака. Мелкий негодник. Я шучу над ним, а он воспринимает это всерьез. Пошел! Вы ранены? Прошу прощения за грубость моих людей. Вы императорский внук! Вы так смешны! Зачем вы это делаете? Я важный чиновник. Зачем вы довольны? Господин Хуан Фу, перестаньте шутить. Меня не хватает терпения общаться с вами. Я хочу вам кое-кого представить. Господин Хуан Фу. Я понял. Поняли что? Я знал, что девчонка не заслуживает доверия. В прошлый раз я был слишком мягкосердечным. Вы же все знаете. Сир, это принц Хань. И вы все еще продолжаете играть с императором нашими жизнями. Господин Хуан Фу. Это потому, что вы хотите сохранить свою официальную должность? Или по другим причинам? То, что я делаю, тебе не понять. Тебе никогда этого не понять.
Я знала, что кто-то толкал нас в яму с огнем. С момента покушения. Но я никогда не думала, что это были вы. Господин Хуанфу, от моего второго дяди вы не получите выгоды. Я думаю, нам стоит поговорить о сотрудничестве. Я заслуживаю доверия. Внук императора. Так вы думаете, я поверю вам? Вы думаете, что я, как она, забуду о мести? Никогда в своей жизни. Тогда вы ошибаетесь во мне. Это вы ошибаетесь во мне. После ранения стрелой я жила в храме Дзинмин. Я услышала много интересного. Не хотите послушать? Наклонись. Не двигайся. Спокойно. У тебя было несколько помощников. 5. Двое одеты как торговцы. Они искали мастера по изготовлению арбалетов. Их принесли. Их сообщники. При разговоре с императором, опуская глаза. Никто не помогает тебе во дворце. Я не верю в это. Говори правду, и я сохраню тебе жизнь. Бросьте в императорскую тюрьму на полгода, и тогда он нам все расскажет. Я оставлю это на тебя. Найди всех. Есть. Меня тошнит от крови. Уведи его. Ты думаешь, это он? Я их спрашивал. Я знаю, что мой второй брат амбициозен, но я не думаю, что он вступил в сговор с людьми из Адена. Какая связь между ним и сиротами Дзинань? Он не сказал об этом ни слова. Я не смею спрашивать слишком много. Он охотился на орлов всю жизнь. Теперь он действительно ослеп. Я не думаю, что он такой инициативный. Некто по имени Хуанфу помогает ему. Я выяснил его происхождение. Это его не настоящее имя, как и послужной список. Я думаю, он связующее звено между вторым братом и сиротами Дзинань. Недавно Хуанфу совершил ошибку. Если вы пожелаете, я могу арестовать и допросить его. Ты думаешь, после твоих слов я должен испугаться? Я никогда так не думала, господин Хуанфу. Не считая своего отца, я уважала вас больше всех на свете. Но я правда не ожидала, что вы пожертвуете жизнями ради карьеры чиновника. Вы продолжали спрашивать, забыли ли мы о месте за своих родителей. Я тоже хочу спросить, вы забыли? Ты не имеешь права спрашивать меня. Как смешно, такой заносчивый. Позвольте мне сказать прямо. Я хочу, чтобы они остались в живых, но я хочу, чтобы вы подыграли мне. Не отказывайтесь так быстро. Вы примете мое предложение.
Госпожа, давно не виделись. У меня все еще осталось немного жемчужной пудры, которую Джен Хэ привез из Юго-Восточной Азии. Как освободитесь, приходите ко мне. Благодарю, принцесса. Вы... Насколько я знаю, она готовится к беременности. Так что мы планируем послать ей поздравления. Мы не можем остаться в стране. Принц Хань регент, поэтому у него нет времени. У третьего принца так плохо продвигается расследование дела, так что нам пришлось прийти вдвоем. Если она забеременеет, то это будет такая редкость, дядя-младенец. Я считаю, что редкость — это увидеть такую молодую маму. Я пойду с вами. Мы не хотим произвести плохое впечатление на супругу Пьяо или на императора. Что считает по этому поводу наследная принцесса? Она помогает наследному принцу продавать мебель. Я забочусь о диете и распорядке дня супруги Пьяо. Прежде чем мы будем уверены, что супруга беременна, мы должны быть достаточно осторожны. Наследная принцесса не придет к ней до этого момента. Поэтому мы должны следовать установленным правилам. Если она на самом деле забеременеет, вы будете первой, кто узнает об этом. Так как? По-вашему, она беременна? Что ты здесь подслушиваешь? Еда остынет. Если ей не понравится, я проткну насквозь твое сердце. Иди. Как смешно. Ты не знаешь, что означает, хозяева не будут ждать своих слуг? Смеешь подавать им холодную еду? Как нелепо. Не думай, что император сейчас в храме Динмин и не может этого видеть. Я не позволю тебе плохо себя вести. Хорошо. Я поняла. Сегодня мы не пойдем. Но я должна сказать вам одну вещь. Вы служите дворцу, а не наследной принцессе. Вы должны обо всем нам рассказывать. Вы не можете говорить что-то дурное перед императором. Почему ты идешь как краб? Я прошла так много, и вы не позволили поставить их на землю. В следующий раз я буду держать их над головой, как наложница Ан. Какая нелепость. Ты смеешь смеяться со своим наставником? Ты будешь наказана, если я еще раз услышу. Тетушка, я здесь, чтобы выразить свое уважение. В этот раз мы поменяли мастеров. Но внимательно за этим следите, чтобы в пушках не было пузырьков воздуха. Иначе вы за это заплатите. Да. Принц, господин Хуан Фу ждет вас снаружи. Принц, мы их нашли. Но все становится сложнее. Я не знаю. Хотите ли вы это услышать? Назови мне имя. Назови мне имя. Не засыпай. Очнись. Подумай об этом. Это принц Хань? Назови мне имя. Кто там? Я же сказал вам, никого не впускать. Брат. Что ты здесь делаешь? Здесь грязно, пойдем. Выпьем чаю. Скажи, он признался?
Он должен меня увидеть, прежде чем он скажет, что я шпион во дворце. Тебе нужно сделать спектакль идеальным. Невозможно. Брат, ты регент. Ты должен заниматься государственными делами. А мелочи прошу, оставь мне. Покушение на императора — это мелочь? Брат, ты меня удивляешь. Ты чего? Мы все работаем на отца. Да, конечно. Брат. Подойди. Подойди же. Теперь мы в расчете. Не вини меня. Ты первым начал. Хочешь выслужиться перед отцом? Ты такой невежественный. Брат, я на твоей стороне. Ты неправильно меня понял. Мне нужно обратно, мои преступники. Я даю тебе шанс. Если хочешь стать моим врагом, увидишь, что будет. О ком ты говоришь? Не забудь. Все еще дышит. Ты близкий друг Дзян Вэня. Ты знаешь, где он сейчас. Насколько я знаю, император приказал Джань Хэ найти его за морем. Я позволю им содрать с тебя кожу, так что все будут счастливы. Все зачинщики заплатят за то, что они сделали. Если ты не боишься, что с тебя заживо сдерут кожу, поступай, как заблагорассудится. Я могу удвоить предложение моего брата. Хочешь быть чиновником? Рекомендация принца имеет большое значение. Принц, вы помните нашу первую встречу? Да. Ты солгал мне. Сказал, что тебя послал император. Ты думаешь, я поверил в это? Я просто хочу посмотреть, насколько ты сговорился с внуком императора. Откуда вы знаете, что это ложь? Несите ваши инструменты для снятия кожи. Хочу на них посмотреть. Указ императора. Принц Джао отправляется к императору вместе с государственными преступниками. Выведите преступников. Выходите. Племянник, дядя. Если тебе действительно нечем заняться, я найду тебе официальную должность. Ты здесь просто бездельничаешь и не можешь увидеться с императором. Не находишь это скучным? Дядя, устный императорский указ. Его Величество.
Он в порядке. Указ императора. Преступники Сюйбин, Нисин и Суньюй идут на встречу с императором. Принц Джао должен подождать снаружи. Мне ждать снаружи? Я привел их сюда. Пока я не увижу императора, я не могу их освободить. Какой вы раздражительный. Я еще не закончил указ. Говори. Принц Джао должен подождать снаружи. Кто-то такой же глупый, как он, хочет с ним увидеться. Им нужно обсудить, как обмануть императора. Забирайте их. Tea.